Ребят, всем привет. Хотел бы еще сделать прогноз на чемпионат Англии, где Лидс сегодня будет принимать Кристал Пэлас. Лидс в прошлом туре проиграл Эвертону у себя на поле 1-2. Кристал Пэлас, в свою очередь, одержал победу на выезде над Ньюкаслом с аналогичным счетом в свою пользу. Здесь по турнирной таблице команды набрали равное количество очков. Лиц по разнице забитых и пропущенных на строчку выше за Кристал Пэлас и играют у себя дома. Считается почему-то фаворитом, хотя не знаю почему. Кристал Пэлас, в принципе, тоже набрал ход и тоже показывают неплохую игру, но тем не менее букмекеры считают фаворитом Лидс. Мой же прогноз на этот поединок будет таким, что Кристал Пэлас как минимум не проиграет. Я думаю, что здесь стоит поставить на двойной исход, победа первая или ничья. Я думаю, здесь также, что обе забьют и тотал будет больше 2,5. Но мой прогноз – победа первая или ничья. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие прогнозы от меня. Всем приятного футбольного вечера.